Вчера люди Деплёра постучались к моему брату, а он застрелился, лишил их удовольствия. Thank you.
Слушайте, радио «Свободный Герат». Пчелиную фабрику используют как прикрытие. Пол де Флёр проворачивает там свои опиумные делишки. Интересно, кто-нибудь в органах правопорядка на это повёлся? Де Флёр использует те же грузовики, те же фермы и те же склады. Даже логотип остался прежним. Спасибо, Кэп. Что бы мы без тебя делали? Мне тут всем плевать. У нас же нет такого агентства по борьбе с наркотиками. Ни УПН как в Штатах, ни ГНК как в Китае. Им плевать, знаем ли мы про опиум или нет. Ну да, убийства и пытки пережили, и немного торговлю переживем. Ведь во дворце мины нет советника, который сказал бы, знаете, судя по вопросам, убийства и фашизм — это окей, но вот наркоторговлей народ Герата точно хватил диску. Они не хотят становиться наркодилерами, потому что в таком случае не видать нам Нобелевской премии мира. Если они узнают, что за всем этим наркотрафиком стоим мы. Хотя, с другой стороны, Нобелевку получил чувак, который разбомбил половину Востока. И да, вы меня правильно поняли, я говорю про Барака Обаму. Эх, Барак, Барак, я болел за тебя, а ты просто взял и разнес половину части света. И что, ты теперь придешь за мной?
Все вы, парни, на это способны, у вас хватит сил. У Бейкена нет, он меня не достанет, а вот вы можете, да. Судите по одежке. Впрочем, с Бейкена можно и по одежке судить, так как и все оденется. Thank you.
неплохой стрелок. Говорят, ты отменный стрелок. Я отмечу на карте, где ждем бой. Но будь готов ко всему. Разбираться тебе придется на месте. Надо отогнать грузовики. Вызвать обиду. Счет моей фермы, кто все починит? Найду подонка, узнает, как солдат убивать. У нас потери. Вилли Пейкона, помогите забрать животных, они разбежались. Заплатит. Пейган Мин? Ха! Сейчас! Ферма, все, что у меня есть! Вы ее разрушили! Пойдем.
от Министерства национальной безопасности. Сообщение для Золотого пути. Зачем продолжать бессмысленную борьбу? Вы только теряете жизни ваших людей. Дайте убийство прекращаться. Прекратите агрессию, и Пайган приведет Керамера в новую эру. Да, залит вас, и его следует. Тебе это пригодится. Срочно требуется помощь! Аджай на связи. Чем помочь? В зоне важный груз. Высылаю координаты местонахождения. Доберись до него раньше, чем это сделают солдаты. Понял.
груз есть. Ищу второй. Супер! Остался один! Последний у меня. Превосходно! А теперь неси сюда, поживее! Аранкор! Двигаем!
А вот и груз. Спасибо! Как раз то, что надо! Я сообщу о Мите или Сабалу. Не стоит ожидать. Мы отправим шифровку. Нам нельзя рисковать. Ну, как спать? Спасибо тебе за Странно, разве тигры охотятся стаями? Это вовсе не стая. Из лаборатории НУР сливают отходы. Видимо, налокались. Вот крышу и снесло. Пора. Я готова. Твою мать! Тигр! Осторожно! Прямо на нас! Пора, все тигры боятся огня! Используй коктейль Молотова! Тигр! Странно, разве тигры охотятся стаями? Чем увидеть, если больше. Тигр!
боятся огня. Используй коктейль Молотова. Надеюсь, они больше не вернутся. Пора заняться ранеными. Спасибо. Нас бы всех сожрали, если бы не ты.